Добрый день. Меня зовут Сергей Родинов, я управляющий партнер ивент-агентства «Империя праздника». На ивент-рынке мы уже более 10 лет. Основная наша специализация – это организация корпоративных мероприятий. Также мы организовываем любые другие мероприятия, такие как конференции, тимбилдинги, любые маркетинговые мероприятия, фестивали, балы и так далее. Наша миссия – это создание эмоций, которые меняют сознание людей. Мы эти эмоции создаем с помощью организации мероприятий абсолютно любого характера и формата. И благодаря чему мы получаем прибыль, и которую мы направляем на развитие культуры страны. Тем самым мы делаем наш мир чуточку лучше и счастливее. Сталкиваясь как собственник бизнеса с проблемами подбора кадров, с проблемами нехватки постоянной времени на личную жизнь, приходится все время бегать, как тоже Кирилл говорит, белка в колесе, и закрывать какие-то дыры и какие-то текущие проблемы. Нет времени заниматься стратегическими вопросами. Систематизировал, но в итоге понял, что все-таки что-то не то, и решил все-таки пойти на курс собственник бизнеса. Каждое из занятий на данном курсе было для меня очень полезным и ценным. В каждом из занятий я смог вынести для себя нужную информацию, которую я тут же смог внедрить на практике и внедрить, собственно, для своей компании те знания и навыки, которые я приобрел на данном курсе. На курсе «Собственник бизнес» собирается очень интересная аудитория. Естественно, это собственники бизнеса и достаточно крупных компаний, что для меня было на самом деле удивлением. Бизнес-конструктор повлиял больше как толчок, новое дыхание, новая энергия, новые силы, и немножко поменялось сознание и понимание принципов, что как должно делаться и куда идти дальше, и какими шагами. Когда мы четко осознали, где мы есть сейчас и куда мы хотим двигаться дальше, то нам стало проще предпринимать какие-то дальнейшие шаги. Систематизация для бизнеса – это очень важный процесс и жизненно необходимый. Не знаю вообще, как я раньше жил до этого без систематизации. Если бы я знал все инструменты систематизации, все пункты, которые нужно изначально отстроить, то я уверен, что я бы уже за 10 лет своего опыта намного больших горизонтов и больших вершин достиг, нежели сейчас. Но я сейчас очень вдохновлен и понимаю, что когда я смогу окончательно уже все систематизировать, конечно, еще не початый край работы, но когда бизнес систематизирован и отстроен, тогда намного легче развиваться и быстрее стратегически, и появляется какое-то дополнительное время для собственной личной жизни и, возможно, для создания каких-то других бизнесов. То есть, когда все работает как часики, ты можешь спокойно заниматься другими делами. Когда ты понимаешь, что у тебя люди работают, они понимают, куда они идут, как они идут и каким путем.